За эти годы один из главных атрибутов суверенитета страны – тенге – не раз обновлялся и видоизменялся. Менялись купюры и монеты. Первая партия банкнот была отпечатана в Великобритании, а первые монеты чеканились в Германии. Через два года после введения нацвалюты в стране открылась банкнотная фабрика, где позже начали производить новые купюры. Сегодня будущим связистам преподаватели экономических дисциплин рассказывали о том, что тенге за годы независимости пережила многое. Это не только изменения дизайна, но и несколько девальваций, а также инфляцию. Целью данного мероприятия является, во-первых, дать правильное экономическое направление в сфере развития малого и среднего предпринимательства для наших выпускников, потому что при окончании они уже должны знать. Возможно, не каждый из них пойдет работать по своей специальности, но, возможно, среди них есть потенциальный предприниматель. В докладах сегодня говорилось о том, что в экономике страны наметились позитивные тенденции восстановления доверия к тенговым активам и снижения долларизации депозитов. Меняются валютные предпочтения населения предприятий, наблюдается опережающий рост тенговых вкладов. Молодежь, впрочем, как и некоторые горожане, говорили о том, что продолжают доверять казахстанской валюте. Доверяю, потому что мы получаем зарплату в тенге, пенсию в тенге. Валюту, конечно, я не признаю. Тенге везде же, и по телевидению везде же говорят, что наша казахская тенге самая лучшая. Везде, вот вчера тоже по Казахстану вот говорили, на новостях показывали. Вы тоже доверяете нашей национальной валюте? Да. Ну, то, что она идет как и бесцененная, хоть и не так идет, как на валюте, как остальные. Она более, хоть и как устаренная идет, но все равно свой Казахстан, он ее как опровергает. И она как для Казахстана очень доверительно идет как валюта. Лиза Сакиева, Алексей Уразов, программа «Факт».